16. Норсунтепе. Комментарии из ВКонтакте. Структура в виде стен каких-то строений внутри холма диаметром 500 метров. Она находилась в районе плотины Кебан, примерно в 25 километрах от Элекзыг. Что в Турции? Место это немного раскопали немцы между 1968 и 1974 годах. Археологи Германского археологического института проводили раскопки во главе с Геральдом Гаупманом, профессором доисторической и ранней истории Гейдельберга. Официально неолит, это 4-3 тысячи до нашей эры. В 1974-м турки раскопки запретили в связи со строительством дамбы Кебан и созданием водозабора. И это все, что известно про это место. Попробовал найти его в Google картах. Безуспешно. Такое впечатление, что эти раскопки закопали обратно. Очень подходит, судя по фотографиям, вот этот холм на берегу водохранилища. Ссылка на карту, может быть, кто-то сможет опознать этот холм на Google карте. В сети практически нет информации о раскопках и лишь пара более-менее качественных фотографий. Если эти раскопки закопали обратно, видимо, есть что скрывать. Подобных холмов на этой территории, пока искал, нашел штук 5. Откуда возникло столько грунта, чтобы накрыть этот холм? Потоп? Пылевые бури? С космоса? По информации некоторых сайтов, Норсунтепе сейчас находится под водой водохранилища. Возраст, который давали археологи этой находке, около 5000 лет.